De här två tjejerna ska presentera sin bok. Och det är då ett visselspråk som branscherna får redan kom på förr i tiden. I och med att det är så djupt med alla raviner. Man kom på att man kunde vissla till varandra istället för att prata. Det krävs på 20 kilometers avstånd. Man har fört in i skolgången, så man studerade obligatoriskt här på Lagomera i 5 år. Они обязательно должны изучать этот язык, слышно? В школу. Поэтому они сейчас свистят, из полиции идет, и они быстренько свистят, и другие убегают. Язык гуанчи. Арасалья, кому вы, все комедии, кому вы, кому вы, кому вы, кому вы, кому вы, Она выйдет, и сейчас мы должны придумать, что ей сказать, и потом они свистом она скажет. Ага. В общем, проверка будет. Не обманивают. Красного вина, он сказал. Бутылку красного вина? А это что он сказал? Не знаю. Тоже вроде... А, по-шведски, он сказал. Она сейчас она должна посвистеть, типа, дай мне свою камеру. Она сейчас посвистела. И та должна быть. Она сказала, привет, я здесь. Она сейчас скажет, дай мне камеру оттуда. Сейчас она должна дать ей камеру. Понять ли? То есть она ему сказала, она и сказала, дай мне камеру, да? Языком этого свиста. Что еще можно сказать? Смотрите, Анзортова. Что-то они там придумают, что спрятать, что-то. Взять стакан, поставить ему на голову. Голову? А нет, чтобы взять его очки, и чтобы она на голову поставила. На очки, да? То есть она сейчас сказала, возьми очки, поставь на голову. Она сказала, иди сюда. Ну, иди сюда. Что они там придумали, эти фокусники? То ли по-настоящему свистят так, изобщаются, то ли договорились заранее. Сейчас она скажет, что она хочет что-то сделать. Можно еще имена. Марти. Маргарета. Маргарета. Анзор. 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 Эльса. Эльса.
Разбирался. Интересно, интересно, кто это проверит. Получилось только два слога. Прикольно вообще. Самое интересное, как это можно проверить. Такой, такой встал, скажи имя, любовь. Красивая девушка. Очень красивая женщина. Свиста, язык Ванчи. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.